Искусство для всех и для каждого. Сегодня вечером в нашем крае, как и во всей России, свои двери для посетителей откроют десятки учреждений культуры, театры, библиотеки, музеи. Ночь искусств проводят уже 3 года подряд, и это событие пользуется большим спросом и интересом у красноярцев. В нашем регионе будет работать около 100 культурных площадок почти во всех населенных пунктах от юга края до Заполярья. Так что сегодня можно будет и заглянуть за кулисы театров, изучить самые потайные уголки органного зала и научиться гончарному мастерству и даже, как в детстве, почитать стихи с табуретки. Узнать подробную программу мероприятий можно на сайте Краевого министерства культуры. Все начнется в 6 часов вечера и закончится за полночь. Я думаю, что этот формат будет интересен для всех поколений, потому что он такой необычный, нестандартный. Он очень теплый, домашний, такой уютный, потому что именно вечером случаются самые такие теплые семейные дела, и именно в этот момент происходит единение творцов и зрителей.